Я узнаю тему своего доклада как раз перед выходом на трибуну. Нет, потому что многие будут, главное написать тему, отец Александр ответит. Итак, тема у нас касалась песнопений, преданий, насколько я помню, и прочее. Ну, я бы добавил влияние. Я не понимаю вот это... Секундочку, да? Саму вот эту терминологию, заполнивших современное культурное пространство России. То есть как может заполнить какое-то культурное пространство России кич, попса и прочее? Она занимает в первую очередь головы, а не какое-то пространство России. Ведь заметьте, происходит подмена понятий. Все наши предки, они передавали из поколения в поколение то, что они знали, то, что знали их предки. Будьте ласковы, а? Двери прикройте же, пускай они размовляют там на свои темы. И передавали из поколения в поколение. То же самое делали жрецы. Допустим, многие уже видели вторую книгу из серии «Славяно-арийские веды», которая называется «Книга света». То есть она начинается короной. Это не буквы, это не слоги. Это образы, скрытые образы. Многие приходили, вот мы перевели руны, дайте нам еще. Никто их не может перевести, кроме жрецов. А это все на протяжении тысячелетий. Простой пример. Как сохранить мудрость, чтобы она не сгинула? Чтобы спадщина не затеряна была. А все очень просто. Мудрость передавали народу. И в народе она неизменно в виде песни, сказания, предания передавалась из уст в уста, но параллельно у жрецов она была записана руническим текстом, то есть тайным текстом. И многие, читая гимн прославления Перуну, Перуни в ми призывающих тебя славен и треславен Будзи, даже не понимают, какой объем информации они передают своим детям. Ведь если только разбирать по образам рун само начало, путь есть ратная утеха наша. Есть миры вне нашего времени и вне наших пространств расположены. Понимаете, что сохранили наши предки для нас? Просто жрецы знают ключи к данным текстам. Поэтому, вы поймите, рунический язык одно. Древнеславянская буквица, которую дети изучали. «Аз Бога ведаю глаголя добро, глаголит добро, есть им жизнь». Удобно учить? Что сделали? Сделали обрезание великому славянскому языку, и мы получили в результате АБВЕ, фонемику. Вместо образного языка, поэтому он безобразный, то есть не имеющий образов. Поэтому никто не понимает слово образование, образа творения слова. А это все передавалось с детства. Поэтому я вчера выступал и говорил, где все корни? Да у вас в родах, в ваших песнях. Но происходит понятие, подмена понятий. Я уже говорил вчера об этом. Замещение одного другим. Каждый знает поговорку, как бы в продолжение темы Видогора. В семье не без урода. Урод – это первородный ребенок, который урода под защитой. Поэтому он и первородный. Поэтому в старом украинском, чешском, польском, славянском и других языках урода или врода – это красота, то есть самый лучший, самый красивый ребенок. А то, что выпало из рода,
или изгнано, это было юрода. Что сделано? Урод – это плохое, а юродивый – это нечто хорошее с точки зрения христианства. Подменили белое на черное, черное на белое. Так и с текстами. Была баба Йога, золотая нога. Почему? Потому что когда она ехала на коне, у ней были инкрустированные золотом сапожки. Превратили красивую молодую богиню в сгорбленную злую старуху, которая только и думает, где бы младенца найти, да сожрать его на завтрак, обед и ужин. Подмена понятий. И заметьте, вот эта подмена, она не только в преданиях, сколько сказок исказили, сколько преданий переврали, но этого мало. Решили, что вибрации внутри белого человека, славянина, ария, мешают захватывать окружающее пространство нашим ворогам. Поэтому что? Надо их не извести до уровня животного. Как это сделать? Привить чужеродные ритмы. Сначала это одна палка, три струна, я хозяин всей страны, появились балалайки вместо гуслей. А теперь рэп, техно, электро и прочее, негритянская музыка. То есть, для тех, кто не помнит, по-моему, Хазанов еще в 90-м году, у него была юмореска, когда спросили, а кто такие негры? Это такие же люди в Африке, как вы, только черные. Вот так на Руси отвечали. То есть низводят до низшего уровня. Африканские там-там и барабаны вместо певучей волны славянской. К чему это ведет? Но народ-то противится чужеродному. Вы где-нибудь видели застолье? Или как в народе говорят, пьянку-гулянку, где бы пели рэп, техно, хэви-метал или еще нечто подобное. Человек, если еще и расслабится, примет на душу спиртного, что происходит? Люди за столом начинают возвращаться. Они как бы объединились за столом, возвращаться к старым истокам. И что мы слышим? Заспевали. И пошла напевная, степь да степь кругом, или дон течет, или еще что-нибудь напевное. Понимаете? Душа принявшего спиртного чувствует родную волну, и что? Мужики сидят под даты, слезы текут ручьями. А почему? Потому что он расслабился, и прошли родные звуки, родные вибрации. А вместо этого два прихлопа, три притопа. Любая музыка имеет свой ритмический рисунок. Поэтому нас пичкают психоритмами. Ритмами, которые закрывают развитие белого человека. Превращая его, извините за выражение, в животное. Да, рабочая скотина, которая может только есть, пить, работать и размножаться. Но размножение уже не нужно, поэтому и вводят более жесткие негритянские психоритмы. То есть это самые низкие барабаны, низкие частоты, низкие вибрации. Детей, которые тянутся к музыке, начинают губить, начиная с музыкальных школ, учились, потом консерва идет. Ну, консерватории. И заметьте, им прибивают совершенно другой строй, другой ритм. Если славянский напевный круг, или как в современной терминологии говорится, октава, содержал 16 звуков, от ля до ля, 16 звуков, да?
и каждый звук делился на 9 тонов, то есть то, что называется октавой, 7 нот или 12 полутонов, у славян разделялось на 144 тона. Современные инструменты такого не смогут воспроизвести, а человеческий голос, начиная от высокого, кончая грудным, чуть не утробным, может. Почему? Потому что слово – это сила. Вспомните поговорки. Слово лечит, слово радует, слово калечит и убивает. Похлеще всякого оружия. Как слово действует? Все манипуляторы, я имею в виду гипнологи, психологи, парапсихологи, они знают, что такое слово и как бережно с ним надо. То же самое знали и раньше. И говорили, следи за своим словом. Потому что вибрации человеческого слова имеют определенные и энергетические импульс, а также свой удельный вес. Поэтому только в русском языке осталось понятие весомое слово. Слово имеет свой вес. То есть, вспоминаете, да? Понимаете помаленьку, о чем я говорю? А это пытается заменить. Раньше битва, раненые вои, казаки, что они делали? Садились в круг и пели войскую песню. Пока они ее пели, у раненых затягивались раны, переставала рана кровоточить и заживала быстро. Либо, многие знают принцип, заболел человек, куда он идет? К врачу. Заболел врач, он идет к профессору, кандидату медицинских наук. Заболел кандидат медицинских наук, он идет куда? К доктору медицинских наук, к академику. А заболел академик, он идет к бабушке-знахарке. Поэтому некоторые идут напрямую к бабушкам-знахаркам. А что делает бабушка? Она знает, что такое живое слово, весомое и удельное. Она пошептала, и боль прошла. И не загнала ее куда-то вовнутрь, а вообще убрала. Шепот тоже вибрация. Поэтому даже меняя тембр голоса, идет совершенно другое восприятие того, что говорит человек. Я специально сейчас поменял тембр и смотрю сразу же у многих на лицах, у кого-то улыбки, у кого-то напряженное состояние. Потому что независимо от вашего сознания, ваш организм воспринимает данную вибрацию. Это лишний раз подтверждает то, что я говорил. Может слово лечить, может вдохновить, а может убить. Поэтому я объясняю всегда. Музыка – это тоже своего рода оружие. Поэтому можно послушать китчевые группы, типа Надежды Бабкиной, но только для чего? Чтобы осознать, что это кич. А можно даже под современные музыкальные инструменты, это я вам в прошлом как музыкант говорю, в современной обработке найти корень, суть и вернуться к своей музыке. Простой пример, по-моему, дай бог памяти, 1989 год, все магазины музыкальные в Венгрии были заваленными дисками, ну, еще винил тогда был, пластинками, с композициями ферн-солиста, симфоническая музыка. И никто их не покупал, хотя это венгерский прекрасный композитор. Как нашли выход из положения? Разрешили выступить на стадионе венгерской группе, которая работала в стиле метал-классик,
И они исполнили все произведения Ференца Листа в металлической обработке. За неделю все диски с магазинов скупили, чтобы послушать данное произведение в оригинале. И по себе знаю, нам вот эта кичевая русская, как они говорили, народное искусство, русское и культуру преподавали в школе на уроках пения и музыки. Куда мы все тянулись? К рок-музыке, в противовес. Выросли из рок-музыки, но куда пошли? В фолк. А потом уже не фолк, уже подавай домашние. Поэтому вот ребята, когда подходили, их заворожило то, что звучало. Когда подошли, первый вопрос: а это что такое? И на их вопрос я ответил: это палац. Они что? Я говорю: дворец по-белорусски. Белорусские гурты, ну, группы, они не только с использованием современной, будем говорить, средств музыкальных, электрогитары и прочее, но также дуда, жалейки, волынки белорусские исполняют так прекрасно, но некоторые композиции они просто на одном дыхании, без всяких инструментов, так заспевают, что душа готова из тела выпрыгнуть от радости. То же самое Ветах и Верас. Я уже не говорю про старого Ольса, Дзиды или Капища, то есть белорусские, я просто сейчас группы перечисляю. Каждый стремится для молодежи преподать музыку, дать ее сначала в том, как их воспитали, я имею в виду вот в это современное музыкальное как бы творчество. Молодежь на нем прикрепили, да? Выходят эти группы современной обработки, спели, куда потом молодежь идет? Искать оригинал звучания. Поэтому, когда дети с детских лет слушают напевы, бабушки сидят поют, деды поют. Вы понимаете, это запоминается с детских лет, и никакие там Киркоровы, Моисеевы и прочие не могут затмить. Мне запомнился 2001 год, я как раз был у Видогора на Мизмае, как раз был 2001 год, отмечался и показывали «Голубой огонек». Сидят шванливые Алла Баруховна Безнер, известная как Пугачева. Сидит ее Петросович Киркоров и остальной бомонд. Ну, выступила украинская группа «Вопли Видоплясова». Они сидят, морщатся. Потом выходит наша российская группа «Иван Купала». Девочки спели «Рождественскую» и «Колядки». То есть «Вопли Видоплясова» им подыграли. Сидят шванливые. Потом одна из девушек обернулась и музыкантам: не играть. И они в четырехголосие за здравные колядки так заспевали, что камера показала Киркоров, Пугачева, опустили лица. По сравнению с этими четырьмя девочками, они безголосые. И рядом даже не стояли, близко. Вот что такое Иван Купала, когда девочки поют без всякой музыкальной обработки, четыреголосие. Или взять наши времена, старшее поколение помнит, 60-е, 70-е годы, «Себры» и «Песнеры». Чтобы купить диск с их песнями, иногда бывало по 3 часа в очереди стояли. Я уже не говорю про
Софию Ротару, украинские песни. Но про песниры, когда они приехали в США, там даже знаменитости, музыканты ахнули, что такое возможно быть. Мулявина компания спели без инструментов восьмиголосием. Такого даже в капелле церковной уже не поют. Там максимум четырехголосие, а тут восьмиголосием. Что у многих, как выражение в газете было, мурашки по коже бежали от этого пения. После этого, конечно, очень долго не смолкали аплодисменты. Просто наши белорусы показали, что наша культура славянская жива, и она еще очень долго будет жить. Я почему так вот все в примеры привожу белорусскую музыку? Ну, потому что она для меня родная. Но также и украинская родная, и сибирско-славянская родная. Но у нас есть вот представитель Украины Межемир по поводу народной украинской музыки. Он сведущ больше меня. И если вы ему зададите вопросы, он вам ответит гораздо больше. Он споет. И не только ответит, еще и заспевает так файно и гарно. Что главное только успевайте на свои камеры записывать. Второго такого концерта не будет. Так вот, вкратце, я как бы подвожу, чтобы не разводить. А то я вчера думал 20 минут, а мне сказали, я 2,5 часа выступал. А я даже не заметил. То есть, чужеродная культура пытается подавить ваше духовное состояние, ваши внутренние психоритмы, чтобы восстановить свое душевное состояние, духовное состояние, телесное, вы должны вернуться к своим корням, то есть к своим психоритмам, к своей музыке. Не кичевые. То есть меня спрашивают иногда, а как правильно петь? Я говорю, вот как сердце ведет, вот так и правильно петь. И когда вы поете или пытаетесь петь, наверное, помните выступление записи 30-х годов, бабушки вот так пели. Помните, да? Это не просто они так руку на локоточек поставили, они слушали свой голос. Просто ради интереса. Когда вы говорите, вы не слышите свой внешний голос, вы слышите свой внутренний голос. Обертоны, идущие от голосовых связок, чтобы услышать, что у вас выходит из уст. Пальчики просто подставили и говорите, и совершенно другой голос. Вы уже слышите внешний. Поэтому вот бабушки вот так и пели. Они слышали, что на выходе, а не то, что внутри. Для синхронизации обертонов и тонов с другими бабушками. Некоторые преподаватели музыки на уроках сольфеджио показывают, вот так надо учиться петь, чтобы слышать себя. Поэтому хотите быть здоровыми, крепкими, возвращайтесь к своим родным корням, к своей родной музыке и культуре. Хотите быть обрубленным деревом, которое корни обрубили, оно засохло и погибло. Ваше право. Никто никого не заставляет. Каждый сам делает свой выбор. Надеюсь, я данную тему раскрыл. Вопросов нет? Но если вопросов нет, я могу пожелать только всем здоровья, крепких родов. И много-много-много-много детей в каждом роду.